Владимир Путин назвал главный способ решения палестинской проблемы. Президент России провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. Во время мероприятия Владимиру Путину был задан вопрос, который касался ближневосточного конфликта. Что мы можем ожидать по результатам, чтобы оказать давление, реализовать прекращение огня, кровопролития, которое происходит сегодня на Ближнем Востоке, учитывая тот фактор, что есть полное согласие между всеми членами БРИКС о необходимости реализовать двухгосударственное решение палестинской проблемы. Владимир Путин объяснил, что позиция России в данном вопросе остается неизменной. Российское государство всегда придерживалось мнения о том, что должно быть осуществлено решение Совета Безопасности ООН об образовании двух государств – Израиля и палестинского государства. Наша позиция здесь очень хорошо известна. Я здесь вряд ли смогу что-то добавить нового. Мы всегда исходили из того, что должна быть реализована резолюция Совета Безопасности, решение Совета Безопасности об образовании двух государств, Израиля и палестинского государства. В этом корень всех проблем, и уверен, что мы должны будем об этом поговорить на саммите БРИКС. Кстати говоря, я пригласил и президента Палестины, чтобы он тоже поучаствовал в наших мероприятиях. Будет возможность его выслушать его оценки. Путин напомнил, что у Москвы традиционная позиция еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, что главный способ решения палестинской проблемы – это создание полноценного палестинского государства.